Доброе утро, друзья мои. Доброе утро началось с набережной. Кормят, кормят, а я иду купаться. Кто 7:30 на море? И людей уже нету. Они уже все накупались, вы понимаете? Ой, какие шустрые. Люди с 6 часов приходят. Доброе утро, мои девочки, мальчики. Возвращается Светлана с моря. Вчера поздно легла, и будильник меня разбудил. Вы если увидели, как мне трудно было вставать. Конечно, в 3 часа легла, в 6 вставать, какая я буду. Поэтому после йоги решила прибежать искупаться. Я неделю не купалась в море. Вчера только ходила по набережной, а сегодня искупалась. Сейчас бегу домой, переоденусь, буду готовиться на встречу в клубе нашем. Так что вот, вот такие вот у нас планы. А потом мы едем помогать одной моей знакомой делать ВНЖ. День сегодня насыщенный, как и вчера. Как и вчера. Вчера я сидела только на одном арбузе. Какой вкусный арбуз, боже, какой сладкий. Сейчас тоже, кстати, приду, поем его. И кофейку выпью, может, глаза открою. Смотрите, я сейчас вам покажу кое-что. Люди. Сейчас, минуточку. Спят. Вы видите? Спят люди. Не знаю я, бомжи они или кто. И такое бывает в Турции. Друзья мои, Светлана занимается воровством в Турции. Ну, правильно говорят, что надо украсть цветы, чтобы они у тебя росли хорошо. Ну вот, и нас засекли с Настей. И показали нам Атата. Атата. Настя моя подружка, видите, новая Егиня. Мы сегодня с ней занимались, ей понравилось. Так что вот, пополняется клуб лучшей жизни вместе. Куда пришла сегодня Светлана? На главную площадь Мерсина. Голубям пришла. Настенькой делаем, помогаем ей делать документы на прописку в ВНЖ. Сейчас мы идем. Пашкин пригласил нас на тантуни. Мы идем. А вот и я, друзья мои. Сниму вам главную улицу Мерсина, интересную, красивую, историческую, с маленькими магазинчиками брендовыми, с банками, а здесь луджами. Вот там, смотрите, как к намазу подготавливаются мужчины, моют лицо, руки. Умываются. Боже, какой красивый это район. Богатые. Почему? Потому что одни золотые магазины. Мода Бельгии. О, красотища.
Как вам такие платьица? Как вам такое золотишко? Вот это платье, вот этот сарафан, я купила вот здесь где-то. И мы... вот в этом магазине. Урадал Динсе? Такие сумочки, как мне нравятся такие вещи. Посмотрите. Я попала в такой магазин, меня потянуло на желтую. Посмотрите, какая классная накидка. Вы не видите такой красивый очень. Сколько стоит, интересно? Сейчас посмотрим цену. 220. Не так уж и дорого. Посмотрите, какое красивое. Мигом я сак. А, вы это дикичерно? Вот 300 лир. Красивая расцветка. Друзья мои, это снова я, и я снова выхожу на спорт. Мои соседи уже говорят, что эта женщина все время куда-то ходит, все время в спортивном, все время занимается, вообще в шоке. Я сама не знаю, откуда у меня такие силы. Мы только недавно пришли, 16:30, у меня была работа, затем вебинар, затем я собралась и вот иду опять. Вот такая вот я неугомонная. Пока я лечу на остановку, хочу вам рассказать, что мы сегодня делали и где мы сегодня были. Мы ходили, помогали нашей знакомой зарегистрироваться в миграционной системе и взять рандеву. Все это сделали быстро, она очень довольна ценами. Если вы хотите, кто-нибудь, я подскажу, где делают очень дешево. 70 лир. Взял офис за все услуги. Вот так вот. Я сама в шоке, и они сами в шоке. И все в шоке. Такие люди хорошие. Говорят, что много брать – это дюнах. Это грех. Поэтому они берут по-божески. Потом мы пошли, покушали тантоник. Потом мы сели на автобус, приехали. И вот такой вот у меня день. Настя очень довольна вообще. Я тоже довольна. Аж Кэм ушел, мой муж ушел на прогулку. В общем, мы все в таком движении. У меня сегодня такой день хороший. У меня новый бизнес-партнер. Купил бумаги ценные. Получил NFT подарок. Ой, автобус, видите, автобус. Еле успела на автобус. Продолжу потом. Друзья мои, пришла я, заплатила 100 лир, я плачу за йогу, так как у меня есть мизитли карта. И, мои дорогие, девчонки сидят, чай пьют, но я не хочу ничего, надуваться ничем не хочу. Соскучилась, одно занятие я пропустила. Ой, как хорошо, сейчас оторвусь, энергию еще потрачу, приду домой, съем арбуз, и на этом мой день закончится. Так вот у меня проходят интересные дни. Очень интересно. Вот такое здесь чистое помещение. Здесь мы снимаем обувь. Бахилы там есть. Снимаем обувь уличную и одеваем свои чистые ботусы. Все там есть. Девчонки уже танцуют. Oh,
En kötükünümüz böyle olsun. Amin. Hep birlikte olalım. Beraber yaşlanalım. Пришла я домой, смотрю, что-то мой муж купил. Так, давайте с вами посмотрим. Это 3 литра 600, это мыло жидкое. Так, это для ванны вот такое. Очень хорошее средство, я все время им пользуюсь. Точнее, вот этим в первый раз пользуюсь, а вот этим от жира. Ультражир. Быстро-быстро смывает жир. Обалденное. Сейчас у меня заканчивается. А вот это я сказала купить тоже, потому что увидела у моей подружки. И здесь Фери. Фери. Так. Сколько литров? Ну так иногда пользуюсь Фери. Так, и здесь он купил. У нас такие закупки сейчас. Сами понимаете, они надолго, порошок на год хватит. Как раз все позаканчивалось. Так, и это мы используем Ариэль для и цветного, видите. Для, в основном для цветного белья. Siemens, Beko, Archelip, все можно пользоваться. Так, и сколько килограмм? Наверное, килограмм 10, мне кажется, да? Наверное, килограмм 10. Ну, в общем, такие покупочки мой муж купил. Умничка. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.